Здравствуйте, гости моего канала. Меня зовут Анна Деева. Сегодня я хочу вам показать, как я перевожу свою фиалочку на фитильный полив. Мне это облегчит труд и надеюсь, что вам поможет, если вы уедете на долгое время в отпуск, что ваша фиалочка останется в целости и сохранности и будет очень долгое время радовать вас. Поехали! Итак, я смешала торф и перлит в соотношении 60 на 40, 40 агроперлита, так как нам нужно, чтобы была более легкая, более рассыпчатая смесь для фиалочки, чтобы корешки у нас не загнивали, когда будет много влаги, потому что фитиль у нас будет подавать влагу настолько, насколько будет требовать фиалочка, и даже больше. И чтобы эти корешки не загнивали, обязательно побольше агроперлита. Берем фиалочку, я ее, конечно, вынимаю, обязательно все корешки освобождаем от прежнего торфа, который нам уже не нужен. Стараюсь некоторые корешки даже оборвать, ничего страшного в этом нет. Оставляю всего лишь те корешки, которые свежие. И немножечко оголяю нижний ряд листьев. Все нарастет на этом фитильном поливе очень быстро. Даже не замечу, как быстро. Вот такую розетку я оставляю. Сам фитиль. Где мы берем сам фитиль? Это должна быть искусственная нитка. Можем взять в строительном магазине эту веревочку, и главное, чтобы было где-то примерно 2-3 миллиметра в диаметре. Но я взяла детские колготки, постирала, это правда, порезала, и вот такой фитилек у меня получается. Надежный способ, я уже проверяю несколько раз. Так что возьмем новый горшочек. Я беру новый, так как он литраж меньше. Это у меня семерочка. В прежнем фиалочка стояла в девятке. Продеваем вот так фитилек, оставляем примерно вот такое количество сантиметров внизу. Фитиль придерживаю пальцем. Насыпаю торф, фитиль просто выкладываю посередине стаканчика, горшочка, и дальше накладываю торф. Так как я практически все корешки удалила у фиалочки, я просто в углубление ставлю фиалочку, придерживаю. Все, постучала вот так вот. Это сухой торф сейчас. У меня он ничем не увлажнен, ничего. Чтобы заработал торф и заработал фитиль, нужно обязательно сверху поверху полить фиалочку, обязательно обильно полить фиалочку, чтобы сам фитиль увлажнился и сам торф был влажным. Тогда только фитиль заработает. Теперь взяла вот такой стакан пол-литровый и вставляем фиалочку в воду. Вот так вот мы с вами пересадили фиалочку, чтобы горшочек доставал до поверхности воды. Фитиль сейчас наберет влагу и будет подавать ее вверх по горшочку. В эту водичку мы добавляем либо фитоспорин, если вам это нужно, либо удобрение в процентном соотношении намного меньше, чем это показано на упаковке, так как у нас удобрение будет поступать каждый день и каждый час. Не забываем об этом. И еще есть одно условие, чтобы ваша фиалочка стояла не на подоконнике. Если подоконник холодный, конечно, будут загнивать корешки, потому что и сам торф будет, естественно, холодный. Ну, примерное содержание на фитильном поливе 20 градусов и выше, естественно. Вот так вот мы с вами пересадили нашу фиалочку. Пусть она меня радует. И вас также, если вы попробуете такой способ ухода за вашей фиалкой. Спасибо, кто посмотрел до конца. Всего хорошего, до свидания. А вот так у меня уже пересажено несколько полочек.
чтобы мой уход был прост.